Добрейшего денька, дамы и господа. Хотел бы вам рассказать историю, как я приобрел советский велосипед за 400 рублей и восстановил его бюджетом в 300 рублей. Итого он мне стал 700 рублей. Вот посмотрите, вот этот красавец. Вот такой вот красно-синий. Цвета металлик. Вот, взял его в удручающем состоянии. Вот, купил смывайку для краски. Все это дело смыл. Взял у знакомого маляра краску, какая была. Покрасил его. И вот что получилось. Вот. Что мне еще, кроме смывайки, понадобилось? Купил одну покрышку. Вот, да и все. Все, в принципе. Вот такой вот красавец получился.